В Южно-Сахалинске прошел полуфинал арт-фестиваля «Заяви о себе». Это уже 13-е по счету мероприятие, которое проводят в островном регионе. На сцене Дома культуры «Родина» представили 38 номеров. Их жюри тщательно отобрало из 60 претендентов. Новинкой этого сезона стало выступление музыкальных групп. Оценивали участников педагоги по эстрадно-джазовому вокалу. Судили и многократные победители международных, всероссийских, а также региональных конкурсов. В жюри был и руководитель студии звукозаписи. Нужно больше распространять подобное, чтобы как можно больше людей могли себя проявить. Это прекрасно. И здесь чудесные организаторы, классная сцена, все учтено, все очень организовано. Мне безумно понравилось, все было легко. Я новичок, первый раз на сцене, я не знаю, что делать. Мне все рассказали, показали, это прекрасно, не надо бояться, надо идти и пробовать себя. Главная битва участников состоится 14 октября в 15:00 на сцене киноконцертного зала «Октябрь». В этот день пройдет финал. На этой стадии можно будет увидеть более 20 творческих номеров.